Привет всем! Мы на канале Стасюша ТВ. Привет, Стасенька, как твои дела? Хорошо? Да. Что ты будешь сегодня открывать? Покажи, что у тебя там. Филиппоневич. Покажи еще поближе, вот так. Да, фантастические пони, правда? Да. Интересно? Да. Давай открывай, что же там у нас будет. Разрывай. Нет. Не получается, давайте помогу. Держи. Ой, кто там такой прекрасный? Пони в шляпке, правда? Ой, какая она красивая. Класс. Тебе нравится? Да. Ой, какая милая. А покажи, инструкция там есть? Да. Ой, чем? Еще что-то есть? Карта какая-то, да? Что же у нас здесь? Вот такая карта. Селеция нам попалась. Вот такая вот игрушечка. Мягкая. В шляпке волшебной, как будто какая-нибудь колдунья. Да. Да. Здесь. Здесь поставить, да, нужно? Ставь. Ой. Посмотрите. Здесь мы видим, что нам могут попасться совершенно разные пони, лошадки. И мы получили пони из коллекции. Здесь 4 коллекции, которые состоят из 4 разных, а наша в розовой шляпке. Это, наверное, вот это Лун. Wild Loon, да? А вот здесь еще есть. Здесь. К ним еще могут здесь. Замки, деревья, нет. Различные замки, мосты через реку. Здесь. А здесь вот их история. Здесь. Здесь, да? Ты ее видишь? Ее карта, да, тебе попала? Да. Ну. Да, еще нужно зарегистрировать код. Мы сделаем это попозже. Очень интересно. А, вот, есть 5 пони, к которым наши относятся. Давай посмотрим, на какую же наши похожи больше. Так, они все, в принципе, одинаковые, но с розовыми волосами. Вот одна. Селестия, да. Вот. Здесь. Вторую тоже хочешь открыть, да? Да. Ой. Нет. Давай, давай, у тебя получится. Пробуй. Нет. Давай. О, здесь. Ой, другая тебе пони попалась, да? Да. Давай мне мусор, поиграй немного со своими понечками. А там тоже карта, наверное, есть. Вот упала твоя карта, держи. Вот покажем всем карту. А. Эту зовут Лун. Держи. Давай мне мусор. Здесь вот точно так же мы видим историю Лун.
возможные пони, которые мы можем получить. И вот замки. Все, в общем, есть. И история. Еще одну хочешь открыть? Вторая коллекция Чупа-Чупс. Держи. Понечки, привет-привет! А как делают пони? Скажи, пони. 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 Не получается. Давай назовем твоих пони. Как будет одну звать? Давай одну пони будет звать Оля. Скажи, Оля. 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 А вторую будет звать Даня. Да. Дина. Давай Дина. Это же девочка, да? Скажи, Дина. Дина все-таки или Даня? Вот такие у нас красивые понечки. Возьми две понечки, покажи нам две. Вот они. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте класс. Пока-пока!